центральной Химкинской библиотеке стартовал второй этап капитального ремонта. Строители приступили к малярным работам с последующей отделкой помещений. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Инна Монастырская и директор Химкинской библиотечной сети Елена Калина встретились с постоянными посетителями библиотеки и рассказали, чего стоит ожидать от новой обители знаний. Мы решили оснастить библиотеку интерактивным оборудованием. У нас здесь будет работать логопедический кабинет, зона фотостудии, зона звукозаписи. Будет огромный конференц-зал, но, естественно, основное место мы отдадим для наших читателей, где будут уютные, комфортные места для чтения. Будет возможность здесь воспользоваться и детской зоной. Такого до этого не было. Центральная библиотека была взрослой библиотекой. Создать современный библиохолл из старого читального зала предложили жители города. Их идею поддержали лидеры движения общественной поддержки Наталья Коныгина, Ирина Спирина, Валентин Герасимов, Николай Кашников и Инна Монастырская. Инициатива появилась на сайте Хиж Онлайн. Она получила много голосов от жителей Химок. Ее реализация идет полным ходом. Уже в скором времени химчане получат современную библиотеку, в которой можно проводить время любому возрастному населению и по абсолютно разным интересам. Это одна из инициатив жителей создать новое современное пространство новой библиотеки на улице Калинина. Открыть обновленную библиотеку планируют в начале нового года.